магические слова, там шепчете? Я не шепчу магические слова, я смеюсь вместе с Ларой над тем, что она вообще не дергается. Вот эта фраза я услышала, вообще не дергается. То есть, и я над этим с ней вместе смеюсь. Я говорю, девчонки там шепчут о том, что вообще не дергается. Питать можно, всегда. Вот косметологи, конечно, они... И потом еще удивляются, почему их не любят клиенты, потому что они же звери, пытать можно, вообще не дергается. Вы там садюки, садюки. Те еще, да. Глубокий вдох, пожалуйста. Что такое? Как-то так. Страшно, что ли, стало? Они тебя напугали больше, чем есть на самом деле. Все по 0,2, да, где-то? Слушайте, не могу вам сказать. Сейчас в шприце 0,06, да. Значит, пол шприца только вышло. Никуда не торопитесь никогда, вам некуда спешить. Когда у вас клиент в кресле, вы должны чувствовать себя хирургом, наверное, на операции можно сравнить. То есть, если вы представите себе хирурга, который торопится вырезать аппендицит, вы вряд ли захотите быть его пациентом. Поэтому полюбите своих клиентов, пожалуйста, и никогда не пытайтесь бегом бежать, быстрее сделать что-то. Вам торопиться некуда. Салют. Сейчас 0,5 осталось, наверное. Или сколько? 0,4? Нет, 0,5 осталось. Мы сейчас посадим Лару, посмотрим, что из этих 0,5 мы еще можем использовать на коррекцию с этой стороны. Мне бы, конечно, хотелось немножко бровку вот наполнить, потому что она очень плоская в этом месте.